crap, motherfuckers. Согласен, наверное, я летаю низко, гораздо ниже, чем большинство российских артистов. У меня в тачке нету звездного неба, но оно есть у меня на даче, и там никто из вас еще не был. Там охота заниматься рэпом. Смотрю на море, пока Москву где-то засыпает снегом. Гоняю за рулем с джойнтом в руке. Я вас умоляю, не приезжайте на Пхукет. Ночью на черном форде, днем на белой Тойоте. Ищите меня везде, но вряд ли вы меня найдете. Если только где-нибудь на бок случайно пересечетесь по-братски, не заебывайте. Я всегда мечтал на острове наслаждаться закатом, хотя бы зимой, чтобы не толкаться по МКАДу. Я в 20 лет такое желание загадал. Я помню разговор со своим папой тогда. Типа запарил, ты не можешь денег в долг мне дать. Он отошел в другую комнату и вызвал санитаров. А я хотел сделать базу в Азии, собраться там огромной бандой. Идея засела навсегда. Я тут очень давно, я это не отдам. Я эту землю топтал, пока вы были у мамок в животах. Так что совать и краб, кто бы ты не был там. Но даже пока я на родине, тут есть кому похлопотать. Я 20 лет назад желание загадал. Я никогда ни о чем в жизни так сильно не мечтал. Меня заставили о нем забыть еще тогда. Но это произошло само собой спустя года. Я на том острове, на который и хотел. Я приезжаю сюда домой, а не в отель. Вокруг меня вроде ровные челы. Завтра новый день, завтра куча дел. Вот возьму и убегу в дикие джунгли. И хуй ты уже сможешь меня как-то загуглить. Согласен жить как Маугли. Земля круглая, но повсюду острые углы. Сегодня небо особенно красивое. Я забыл подлечить и не спеша дымиться сатива. Я никогда не любил московские зимы. У меня ассоциация с героином. For real, man. Если я нужен зимой, ищи меня в Азии. Только я не смогу прислать тебе мою локацию. Меня очень легко найти, но ты попробуй. Только не удивляйся, если по дороге тебя ёбнут. Прикинь, привезет такси в местное гетто. Вроде был турист, а тут хуякс и туриста нету. А я такой типа жду, где же он? Пробиваю у своих, может, увезли на другой район. Да ладно, я шучу, сука, welcome. Куда угодно, блять, но лучше не сюда. У вас есть Дубай, Европа, Мальдивы, Америка. На этот остров хорош уже прилетать. Это всего лишь тай, тут нечего ловить. И серфинга тут нет, так что валите на Бали. Там круче, посмотрите, все давно уже там. А тут вообще полнейшая хуета. Я 20 лет назад желание загадал. Я никогда ни о чем в жизни так сильно не мечтал. Меня заставили о нем забыть еще тогда. Но это произошло само собой спустя года. Я на том острове, на который и хотел. Я приезжаю сюда домой, а не в отель. Вокруг меня вроде ровные челы. Завтра новый день, завтра куча дел.